dragi telespectatori, după cum vedeți, este noapte afară și eu, de exemplu, nici nu știu unde mă aflu. Adrian însă știe și ne-am înțeles să ne întâlnim aici cu el. Stați mai întâi să-l găsim. Adrian, unde ești? Adrian e aici. Adrian? Oi, zdraste. Zdraste. Ce faceți aici? Nici nimic nu văd. Unde suntem? Мы очень далеко от города. Это называется Zombie Auto Club Tuse. Tuse. Так называется, да. Tuse. Este o tuse. Да, да. Ага. То есть мы собираемся сейчас выставим машины, устанавливаем аппаратуру и будем веселиться. Да ну вы фрика, что вы оказались здесь? Нет. Мне, до экземпля, мне фрика. Здесь же есть я. Я всех разгоню. Они меня увидят, сразу убегут, испугаются. И venit cu prietenii? Да, здесь все мои друзья, все знакомые. И что вы здесь делаете? Гулять, танцевать и тусоваться. Включить музыку и тусоваться. Интересант. Пой, акуш, ведем, еще мы. Да, сейчас вы увидите. Но пока мы все установим, то есть, но пока здесь делать нечего. Сейчас мы все установим. Добрый вечер! Добрый вечер всем молодым ребятам! Всем, кто здесь собрались! И этому молодому человеку с фонариком! Поаплодируйте! А ты помигай! Я тоже сначала думал, что он туда. Девочки начинают зажигать, двигать пробами своими. Оп! Оп! Двигай! Секси! Уважаемые дамы и господа! Убедительная просьба. Слушайте этого маленького человечка. Да, слушайте меня все внимательно, бегом. В общем, подожди. Вот в ту квадратную дверь просьба не заходить. Она не настоящая. Там написано опыт, но там ничего нету. Я еще раз рад вас видеть здесь на сходке Zombie Auto Club. Мы надеемся, в следующий раз мы вас еще раз здесь увидим. То есть здесь будет намного больше народа, больше машин и меньше алкоголя. Нифига, слово алкоголь, это было неправильно. Вот это лучше. Брат? Iată cum se distrează lumea în Chișinău și nu doar, cred că, uitați-vă! Și asta e doar puțin din ceea ce va urma. Rămâneți alături! Это... Эй, где музыка? Это, в общем-то, в принципе, как бы сам пульт, миди-контроллер. Подсоединяется к ноутбуку, то есть то же самое, что нормальные, допустим, проигрыватели, да, то есть CD либо винил.
есть возможность, допустим, скретчить. То есть скретч вот он. Можете попробовать. Не бойтесь, не бойтесь. Ае! Это было классно, классно. Мы выбираем какой-нибудь трек. Вот мы выбрали. Это кроссфейдом. Кроссфейдом совмещает трек. Сейчас, секундочку, я вам покажу, сделаю все. Егор, я смотрю, ты поднимаешь рейтинги. Вот, то есть мы почти молодцы. То есть низкие частоты, как должно быть. Это микшер. Ага, то есть, это совмещает. Здесь низкие, высокие частоты. То есть вот они идут. Высокие, средние, низкие. Низкие – это бас. То есть если мы выкрутим, получается, низкие, то баса нет. Если мы добавим «да», то есть есть бас. Мы можем немножко добавить. Да он и Майтари сюда музыка. Майтари, а еще сюда. Вот. Только еще. Лорли Платик у меня в миксер. Пацан, ты сейчас так умрешь? Лучше вот это, потому что... Да, значит. Это другая, получается, песня, мы подбираем это все. То есть мы делаем вот. Слышите другой уже трек? Мы убираем басы. И уже идет следующий трек. Ну, нужно убирать, потому что, чтобы совмещение шли. Для чего мы на самом деле здесь собрались? Я, знаешь, такая тема. Хочу познакомиться с девушкой. Ну, лет от 18 до 23. 4. Да чиню себе на яичко. Кому я нужен? Обменяю одну 40-летнюю на 2 по 20. Да. Меня списать уже можно давно. Пойдемте пообщаемся. Люблю с ним общаться. Опа. Если что, вы с нами. Попали. Ищите от меня, ну стенди полицай, стенди полицай, стенди полицай. Bună seara. Ищите от меня, ну стенди. Обеспечи репортажу, так. Директ din viață. Ați auzit de emisiunea Direct din viață, sigur. Dar cum ați aflat? Eu, de exemplu, nu știu unde ne aflăm. Cum ați aflat că e gălăgie aici? Nu am nici la gălăgie. Nu? Am văzut. Без грижи, где он лук, все мои депортаты, ворота. Ну и сигур, я додатом им дать сама, как ну и сигур. Оркум, сын уфица агресас, декет сине, ваша тюрьма. Ее ситуации мне не плекут. Идем к машине. А еще шесть не все друмы, рбуны, и ну да вдешь в узере. Верим, верим. Вся работа. Все, удачи вам, спасибо. Как турист. Это физкульт. У него такой акцент прикольный. Чем как раз мигалки будет, кстати. А мигалочка можно? Пожалуйста. Мигалки, пожалуйста. Пожалуйста, мигалочка. Полить. Светом музыка. Спасибо вам большое. După ce a plecat poliția rutieră, băieții au continuat distracția. А кому они могут не нравиться? Кому? Я не знаю, например. Чи приятеля на то, что возите? А мы друзья.
Она мне доверяет, мы все общие друзья. А, ты крезь, что я ведь... Вам моя вен крейдер антина, ты хочешь танцевать на шарку еле? Вот эта девушка, это ее лучшая подружка. А, да? Да. То есть в этом ничего, ничего страшного нету. Интересно. Она мне абсолютно доверяет. Хай танцаж, рад мы кум танцез, кум. Эй, сейчас, нет, сейчас он включит и я... Сейчас. Обязательно. Спасибо вам большое, что вы были сами с нами. То есть, ребят, заходите в фотографии в нашу группу, будет весело. Это только начало, это все только начинается. Поменьше будет, намного весело. Будет больше всего. Все, спасибо вам, до свидания. Не скучайте. Еще. Два. 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 Два.